В музее имени Сампилова состоялся вечер памяти заслуженного художника Бурятии Иннокентия Старикова. На выставке были представлены его работы, такие как «Аламжи Мерген в образе изюбра», «Баатар, пускающий волшебную стрелу», «Портрет матери», «Портрет Доколева», «Женщина с кедровыми шишками» Бондарева Фаина. Вообще интересные работы у него, посвящены бурятским сказкам, героическому поэту «Аламжи Мерген». Затем у него очень хорошие литографские работы, посвященные 1980 года, когда в Москве была Олимпиада, летняя Олимпиада. И он тогда вот как раз писал вот эти объекты, спортивные объекты. Иннокентий Стариков родился в селе Харета Иннокутского района. В 1957 году закончил Иркутское художественное училище имени Крылова, а в 1965 Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В 1984 году получил звание заслуженный художник Бурятской ССР.